Чё, ребята, не спится? Чё не спим, буржуй? Дуся спит? Одна Дуся спит. Маша, а ты охраняешь, не пускаешь, чтобы буржуй здесь не лазил? Или как? Или просто охраняешь? Я вам тут немножко принес сена, чтоб вам мягче было. Тут что-то не ходить. Или тепло так? Привет, моя Дуся. Давайте вот сено. Гости, можно к вам? Вот, Дуся сразу для постельки пришла что-то готовить, да, буржуй? Ой, дайте я к вам зайду. Ой, Дуся тут все готовит и готовит, готовит и готовит. Что вы тут готовите? Ай, сразу мамсик за мамкой побежал. Одна Дуся лопатулька, да? Дуся лопатулька. Вот. Дуся лопатулька у нас, да, Дуся? Молодец. Спать готовишь, готовишь. Я сено принес тебе. Ты у нас одна хозяюшка, да? Мама что-то снаружи все время находится. Спит там. Все время Дуся вот тут. Хозяйка постельки, да? Ну-на-на-на. Камеру не надо есть. И буржуин пришел. Буржуин пришел. Рассказывай, буржуй. Как дела? Вот. Давайте. Дуся. Привет, моя лапуська. Давайте, я тебе вкусняшки принес, Дуся. На. Вкусняшки. Не хочешь вкусняшки? О, что-то стесняется. О, толстый услышал. Все сюда. Все, пришел. Как поесть, так сразу и от мамки отлип. Да? От мамки отлип. Отлип от мамки, буржуй. И мамочка у нас тут тоже не против, да, подкрепиться. А ты какие! Сразу и в берлогу захотелось, и всем. Одна Дуся только, как положено, живет в берлоге зимой. А мама наша буржуем. Мамка охраняет, буржуй туда-сюда летает. На мамку посмотрит, не потерялась ли. То к Дуське прибежит, как она спит, смотрит. Промежуточное звено между Дусей и мамой, да? Да. Ну ладно, ребята. Посмотрел на вас, сено принес. Давайте затаскивайте в берлогу сено. Ну, буржуй ворчит. Ворчит. Ладно, давайте. Ой. Чё, пока. Дайте я вылезу. Вылезти мне дадите-то. Рвать шапку не надо. Кто-то уже что? Кто что? Ну все, давайте. Дусенька, вот тебе сено. Затаскивай в берлогу. Постельку взбивай. Все делай как положено.